Всем привет, меня зовут Полина, сегодня у нас с вами влог. Вот. На карантине, настроение действительно хорошее, нормальное. У нас сейчас был снег, сейчас покажу, что у нас творится за окном. Сейчас. Вот что у нас творится за окном, ну, короче, вот. Там все мокро и... Вот. Сидеть дома на самом деле уже надоело. Вот. Сейчас мы с вами будем делать уроки, какие остались у нас, потому что я более-менее все сделала. Мне осталось написать литературу и доделать алгебру. Погнали! Оказалось, что нам по алгебре ничего не задали. Ну, там нужно изучить теорию, потом записать в тетради таблицу для построения графика и еще вторую таблицу. Вот. И по желанию можно выполнить задание по теме функции y равно x во второй и ее график на сайте и сайт. Вот, поэтому там только изучить теорию, но я хочу это оставить на вечер, если честно, потому что мне уже неохота делать уроки сейчас, в данном случае. Сейчас давайте покажу вам какой-то хаус-тур. Вот. Что, погнали! Я бы еще вам хотела бы провести сейчас небольшой рум-тур, потому что в моей комнате кое-что изменилось. Давайте начнем отсюда. Вот. Здесь, сейчас я это уберу, потому что это не надо. Вот. Типа дела. Это здесь Тимошка занимается, вот его папочка. Вот, этот стол, это рабочее место, перетащили сюда вот буквально недавно. Вот, это мой любимый Шерлок Холмс, который я весь прочитала и собираюсь еще прочесть, когда прочту свою книгу. Это наши все книжки, здесь всякие учебники, здесь тетрадки, там все такое. Это более подробно я не буду показывать. Если вы хотите полный рум-тур, то пишите мне. Это такие какие-то мотивационные таблички, которые я хочу повесить вот сюда, вот там, на стену, над лампой. Вот. Здесь их очень много. Вот. Здесь есть как английский, так и русский, в принципе. Вот здесь еще одна есть. Такая вот. Да, ты можешь. Вроде бы так переводится. Все, это убираем. Там внизу ничего такого особого нет. Там всякие. Это мое любимое красное кресло. Просто люблю. Здесь стоит Тимошкин портфель. Здесь у меня находятся мои стеллажи. Более подробно тоже не буду рассказывать, просто расскажу. Здесь у меня стоят всякие крема детские для рук и Nivea универсальные. Здесь всякие провода. И это очень классная штука, на самом деле. Сюда нужно вставлять фотографии. Вот. Здесь лежат мои резинки какие-то. Ой. Вот. Дальше мы опускаемся чуть-чуть.
Вот, они здесь проходят квест. Да. Гриша нас поздравляет с тем, что мы успешно прошли этот квест. Гриша, знакомьтесь, это Григорий. Гриша. Это я вам нашу. Ой, о, ёлки-палки. Чё творится? Все, Тимофей, можешь включать. Да. Все устал-то? Да ты что делаешь? Ты домашку выполняешь поэтому? А это нет. Нет? Да. Да? Да. Да. Пойдем это уже решать. Дай карточки? Смотрите, и здесь есть еще такие карточки. Дай мне. Дай мне сам хочу. Отойди. Дай я сяду, пожалуйста. Дай я сяду. Ты что-то... Ой, Полина, надо... Вот. И вот они, карточки. Сейчас нам нужно будет зайти в аккаунт ученика. Не просто учеру. Всем привет. Тимофей Кузнецов, первый класс. Сейчас загрузится. Я не знаю почему, но вот с такими все полосками, простите, пожалуйста, но... Не специально, Тимофей, ты куда ты меня двигаешь? Я еще, видишь, не открыла. Видишь, я еще не открыла. Вот я открою тогда. Вот, и здесь онлайн-уроки какие-то для детей. Вот они опять. Давай. Подожди. А все, у тебя ограничения. Какой? Фигня. Короче, я не знаю, папа придет. По математике. Папа придет, разберет. Что за фигня, ёшки-макарёшки. Вот. И, короче, сейчас мы идем с вами вот сюда, вот и будем обсуждать одну актуальную тему. Итак, мы сейчас с вами обсудим одну тему. С вам всяком. Что вообще у меня на голове? Ну ладно, неважно. У меня голова чистая, поэтому так вот. Обсудим одну тему, я думала, какую, и да, кстати, в каждом видео на карантине мы будем с вами обсуждать какую-то тему, чтобы видео было чуть подлиннее, потому что так оно буквально минут 5, вот, а это оно будет намного длиннее. Звук выключи только, пожалуйста. Вот, и сейчас я хочу с вами обсудить тему иностранных языков. На самом деле, когда мы сидим на карантине, это очень классно, очень удобно. Я не знаю, каким словом выразиться, но у нас очень много времени, прям вообще капец много. И мы можем посвятить именно это время иностранным... Да, именно это время иностранным языкам. Лично я изучаю 2 языка, точнее, продолжаю их изучать. Один это английский язык. Английский язык я изучаю для школы, для того, чтобы сдать экзамены, в принципе, ну как и все делают, потому что на самом деле я сейчас в 7 классе, и те, кто с 7 и с 8 вроде бы, они попадают на сдачу английского языка, нам вообще никто не говорит, как это все будет проходить, ОГЭ, но это будет сложно, и вот. Это будет очень сложно, нам говорят только про это. А второй язык, это я изучаю корейский. Я его когда-то изучала, потом забросила на 3 месяца примерно, потому что у меня была учеба, коньки-то, вообще ничего не успевала, не успевала даже делать уроки, не то что садиться изучать еще какой-то дополнительный язык. Поэтому сейчас, так как у меня много времени, буквально что, я села, сделала уроки, покушала, и вот после обеда у меня времени очень много, и вообще много свободного времени, поэтому я занимаюсь теперь языками. Вам тоже советую, а если вы не знаете, с чего начать, то еще... Я, кстати, хотела начать изучать украинский язык, так как... Я не собираюсь, конечно, ехать в Украину, потому что все это говорят, если ты изучаешь корейский язык, то ты едешь в Корею, если украинский, то едешь в Украину. Нет, я просто хочу начать украинский язык, может быть, я действительно хочу поехать в Украину, я не знаю, может быть, поеду когда-нибудь, но просто охота разнообразить свой мозг, вот, и начать изучать какой-нибудь классный еще один язык. И я выбираю между итальянским и украинским языком, возможно, начну изучать 2 языка, но, скорее всего, я выберу украинский. Если вы знаете, или вы изучали, или сталкивались с этими языками, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какой лучше, итальянский или украинский язык. Вот, мне будет очень приятно то, что вы мне поможете в этом.
Также не забывайте подписываться на мой инстаграм, ВКонтакте, ссылки будут в описании. Я уже, по-моему, говорила об этом в моем видео. Пишите, конечно же, в комментариях свои предпочтения насчет следующего видео. Но я думаю, что следующее видео у меня выйдет про планировку дня, про планер или про какие-нибудь приложения на карантине. Ну, думаю, для вас это будет все интересно, поэтому пишите, лайкайте. И, конечно же, лайкайте видео, пишите комментарий. И, конечно же, не забывай нажать на вот эту красную кнопочку, которая должна стать вот такой вот и серой, и нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видео. Ну что же, это было все, и всем пока-пока!